Всем привет, с вами Макс Риск, мы играем в старые игры, я тут дошел к этой серии, в общем-то, вот эти два. Дальше я не хочу играть пока, без смотреть, точнее, играть тоже. Пожалуйста, введите свой никнейм. Мы играем в топовую игру, которую я записывал, как она называется, там, трейлеры, типа того, Риск. И он подзабатр уже существует. Ютубик, пропиарен свой канал, я не против. Все. Вот, в общем-то, этот игра, пехоты ходят там, не знаю, всякие интересные. Водите через Facebook. А Google нет? Давай Facebook. Тем более там зарегистрирован через. Пока. Так, давай. Так, блин, дай. Не позволяют установить соединение. Да, переспускайте, что скажу вам. Интересная карта, вторая бера моя. Можете со мной сыграть, кстати. Вступайте в наш клан, блин, как там. Неважно. За вас, может быть, наибот играть будет. Конечно, так всем буду играть, ну и ладно. YouTube. Пропиарим канал. Так, где ваш никнейм, пароль. Так, вот, значит, Макс Риск. YouTube. О! О! Так, пробуем. Кстати, прикольно тут еще сделано. В общем, там не хочу, что целевой парни, пожалуйста. Бейте свой пароль. Пьяная карта. Электронная почта. Я покажу вам. На почту пишите там, что хотите, блин. Сейчас только. Там. Только одну почту покажу. Только одну. Не всем. Тут нечего прятать, между прочим, нечего. Ну и ладно. Авторизуемся. А чё, нельзя, блин? Друзья, не играйте в эту игру, слушайте. Она кто такая вся игра? Не понимаю, я ж писал. Мировая война. Я ж писал, алло. Категория. Война, стратегия. Давай стратегию. По того похож на эту игру. Нет, ну может быть так себе. Вот и все категории выберем. И ми... война, пишу, война. Так, хорошо. Мировая. Мировая. Политика. Мировая, вторая мировая. Первая мировая. Первая мировая. А почему? Ну я расстроен. Че? А, мировая. Третья дочкач. Нормально, нормально. Похоже, хоть игры есть, хоть. А, танчики нет. Блин, я же писал тысячу раз сезон. Жалко. Ну, пальжа. На. Здорово. Сейчас авторизуюсь сам пока что. Не знаю, что тут делал, блин. Давайте вспомнить прошлое. Я могу скопировать, да? Так вот, я играть нажал и все. Что нужно? Мы используем файлы. Знаемтесь. Так я знаю. Хорошо.
будем сражаться. Давай. Блин. Нет, так нет, нет, так нет, нет, так нет, задрал. Вообще-то хотел бы, знаете что? Через одноклассники. А можно хоть тут найти? Блин, почему мировая война так как-то долго будет, и захватить весь мир хоть один разочек? Я не захватил никогда мир весь, я там хоть Соединенные Штаты Америки захватил. Россию не мог захватить. Или Россию, или же Соединенные Штаты. А весь мир не захватил никогда. Поэтому, я хотел пробовать освобождение Европы. Ну, в принципе, оно, кстати. Мозгу. Освобождение Европы игра называется. Попытаемся в вашей игровой Индии. Можете найти так вот. Лайк потом поставлю, если понравится. А так не буду ставить. Потому что игра не спускается. Вот именно. Я буду запускать игры, установите по ссылке. Давай. Ну. Сайт не позволяет установить соединение. Кого-то нам установить нужно. Окей, сейчас. Как это установить, кстати, покажу еще. Там вот заходили. Шалиня. Да. Потом у нас, давайте, покажу все же, зачем прятать. Ладно, покажу. Так делаем. Составом. Ой, 2021. Есть такое даже. Так. Нажимаю кнопку. Кто я раскручу? Не понял. Вот так. Для игр. О, ВК. Давай ВК. Давай ВК, да. Ну если что-то не так, то я единицу там. Понятно? Да, да. Все? Вот так, давай. Если не удаляю один. По ссылке. Давай. О. Хе. Удаляем. Закрываем. Нажимаем. Включить все, скачать, дайте вот. Скачать мне он go не скачать. Да и блин, скачать, блин. На протяжении 20 лет достало мне это все. Дай же ты, что за дичь. Так, я буду жаловаться, в чем дело, пацаны, девчонки. Один балл ставлю, достало. А честно, мы мучаемся с вами непонятным образом. Печать на Windows. Окей, сейчас зайду в угол. Chrome. Посмотрим. Качал, достал. Что такое? Сами сами.
Windows здесь. Видите? Что за пранки? Где оно? Я не понимаю, там нет плеера. Привет. Также установите, кто знает. О, давай. Так, подписчикам не подписчикам. Ну, не тоже. Вот пока, да. Окей. Кстати, дай мне эту штуку. Маркетинг. Дай на такую штуку, да? На. Ешь. Ой. Дай. На. Ешь, да. Устанавливаем все, что хотим, да? Че это такое? Ошибка на консенсусе предложения. Не понял. Он вернулся. Так, ну что, покажу баку компьютера. Почему бы нет? С этим будем проблемы. Не понял. Не остановилось? Алло. Скачать. Да, ПК. Склад. О! А то, что я заказывал. А как это? Ссылка на под зрительный сайт. Как все забывается. Меня слышите? Автор, пожалуйста, помогите мне. Забраться этим. Посты. Отступаем. Ладно, тогда давай назад. Как включить? Дай, как включить? Не понимаю. Это плагин, с помощью которого ваш браузер покажет фон содержания веб-страницы. Дай. Да блин, я там уже был, чел. Ну, как установить? Дай. Кликбейт. Соку. Не здраво. Где оно? Я ешь ее скачал, блин. До России. Да давай, блин. Дичь какая-то. Раньше было легче скачать где-то. Тернать отдуль с маком, да. Че за фигня, блин, эти? Резя, что случилось? А там что у них есть вообще? Не знаете что? Пошли. Хотел скачать, поиграл. Нормально. А тут нать. Не. Может быть, даже затащили бы хоть одну карточку. Не так много. О, играть буду. Прям, знаете, Европа целая. Пехота. Эпическое сражение каждый день. Я не знаю, я не хочу прошлое, хочу просто в мировую. Может быть, даже задефаемся. О! Владыческая 1914 года. Точно! Эти вот годы. Точно! Забыл про них. Так, ты мне поможешь? Войти. Бро. На не день хотя бы. Давай. Вот круто. Так, это закрываем. О, красавчик, я это помню, кстати. Эти профиля где-то тут. Вот на кнопку нажимаю кучу раз. Не в этом образом рейтинге, да, помню это. Вроде бы это оно, кстати. Такое сложное, да, просто там открываешь полностью экранчик. О, да, это оно. О, Макс Ресьют, отлично, это оно. Так, у меня тут рейтинг, вот игры убирайте. Старый игры уже проигрыш.
информация, рейтинг, где у нас игра. Обзор вот игры, вроде бы новая игра, кстати, вот игра. Так, друзья, нажимайте, сразу в игру вы входите в чики-пуки. Все, друзья, выбирайте карту, со мной сюда вступайте, обучение Великих Войны. Присоединяемся. Запомни, обучение Великих Войны, как-то найдите. Потому что там в поисках есть штука. О, так, дайте Украину. А, не вон там, кусочек. Вот это. А чё Крым, блин? Что это такое? А, показывает, что свободно, что не свободно. Эта страница, эта страна выбрала другого игрока. Так, где будем жить с вами, друзья, выбирайте. Пока тут мало мест. О, как называется? Италия. Кликаю, чтобы выбрать. Я люблю Италию. Там еще коронавирус говорят, ну что. Так, ну я хотел бы Италию, то есть как она будет завоевывать это все непонятным образом. Может, давайте мир сначала? Или туда захватим все полностью? Ну или как там? Пойдет, знаете, сколько нужно потеть с этим? Потеть нужно до бесконечности. Норвегия, Конскис, Хинденс. В общем-то. Тут легче, кстати. Захватил тут и все. Поэтому показать страну других игроков. Ну все, все, выбираем. США. Потому что Италия сложнее. Вот оно, друзья, да, это оно. Так, полный экран, есть такая функция. Скричат, сейчас найду. Нати. Во. Краста. Это полностью вся карта. Тут Италия, тут ничья, тут пока что битва такая, если нужно пойти полностью. Вот, значит, армия, обычная армия. Вот макс риск, генератор. Да, это она их, топочек. Во. Новости, да, новости. Нужно сначала объявлять войну, чем просто нападать, кстати. Тут по уровню нации. То есть я занимаю 25-е, награды, еще награды. Офигеть, дата, день первый, кстати. Вон написано. И второй нельзя, а дальше тоже нельзя. А, можно. Сначала все страны, да? А, до приближения. Так, походу на Астрахань. Что такое Астрахань? Россия. А, вон она. Официально справляется в комиссии 11 часов божьей. Это украинский? Империя. Ну, в общем, все мирно. Там буду показывать, сколько войска умерло, сколько осталось. Так что, друзья, мир сначала делаем. Заходим в каждую страну и что-то делаем. Крепость. Мастерская, казарма. Читаем про нее. Максимальный уровень. Казарма, что она производит? Эти вот коней. Пункт призыва. О, что, вторая мировая, мы должны выиграть. Первый день сначала мирный, потому что ну, пока не дойти, вон даже пишется. Пшеница у нас мало, меньше всех. Железо тут можно торговлю, кстати, делать. Будет вообще контент. Так, от нас пункт. Производство, строительство. Знаете, что я вам советую? Купать 3 секунды, офигеть. А, да, реально 3 секунды. На секунд пункт призыва. Ну, в принципе, да. Дневные расходы на содержание 25 копеек. Ну а что? Давайте купим пункт призыва, нормально. Так, пока покупается, друзья, мы пшеница, вон пшеница. Видите, пшеница. Это классно. Так, флот, воздушные. Все тут суша, да, она. Так, мастерская. Производство основных мероприятий части. Я хочу купить завод, блин, захватить, блин. Казарм покупаем, все покупаем с казармы, да. И пункт призыва, чтобы было больше пунктов призыва тоже. Желательно. Нападать мы не будем. Потом уже казарма. Так, казарма. Расход, конечно, миллионами. На кони эти. Поэтому обычная пехота. Крепость, кстати, важна тоже. Когда по краешкам, то крепость важнее. Куда будем нападать, как думаете? Я считаю, что здесь лучше съесть. Это. Чтоб полностью съесть. С этим мы должны мир. Вот Россия, да, матюшка. Это кто захватил? Ладно, вообще-то.
Так, я считаю, что на нас будут нападать здесь. Поэтому я считаю, что нужно построить. Почему бы нет? Так, мы строим это все дело. Дальше, пункт призыва, это желательно. Думаю, уже скучно, посмотрим отчеты. Ну, это интересно. Управление регионами. О, прикольная тема. Так, что это такое? Понял. Тоже. Кстати, потом железная дорога, если мы построим, то у нас будет даваться производство ресурсов будет больше. Тут достигну следующим в следующий день 5 левел. То есть нужно подождать. Ресурсы набрать, и это все столица жизни. Повышается боевой дух. Ну, прикольно. Следующий уровень, максимальный уровень. Столица повышается боевой дух. Так, вот что мы должны все тут строить, призывать, он даже призывается. Пункт призыва давайте. Это быстрый доступ помогает. Шпион. Это что шпион за врагами? Коллекция. Коалиция. Тима Зес. Космические партии свободных Европы. Сила Востока. Регион 10. Состав 1-1-1, отчет 54-54. Лучше тоже вступать. Так, ас. Тут такой ас, я как-то не в курсе. А че вступить нельзя? Я не знаю. Дать. Ас. И чат тут есть. О. Так, это у нас листовка мира. Кто тут мир, смотрите за порядком, все такое. Вот. Клану вступать можно. Вот. Так, кто стал Европу? Писал империя лидер вот. Великобритания коммунистическая партия свободы Европы. Так, а ты где вот это, а вон Европа. Ну что я тебе скажу, ты можешь лодки запускать, мне помогать в принципе. А давай с тобой Тима будем реально. Давай с тобой Тима подаю заявку. Вы уверены, что хотите подать заявку на вступление в этот колонизацию? На вы успешно отправили заявку на колонизацию, вступайте тоже, будет вообще классно. Лучше на базе сидеть, потому что на базе можно что угодно построить реально. Крепость, например, 2000 за железо и что-то типа того. Такая нужна экономить, у нас мало железа в день, там 7000, поэтому аккуратно с этим. Столица 12 часов. Моего духа увеличивается. Ну, в принципе, я тоже хочу тут нападать, чем тут. Поэтому я хотел бы увеличить дух. Но тут захватывать будут, как понимаю. Какой-то призывный пункт, самое клевое. Потом уже призывать обычных пехотов. А, они сами призываются, кстати, да. Точно. Вот. Ну, тут тоже можно призывать, но желательно, чтобы они сами... И потом машины, только немного машин этих нужно призывать. Нужно еще сокола, чтобы наблюдать за врагами, в принципе. Вон, призыв прокачиваем. Давайте дальше, ресурсы. О, самое прикольное. Как вы знаете, пшеница нам нужна, может тут еще, кстати, делать такую штуку. Вот, в принципе, все, плюсик. Только немного так раз сделать, потому что сразу бах сделайте. И вам конец, вам возможности в день. Вот это очень мало. Это топовая функция. Так, что выбираем, дерево или железо? Конечно же, железо. Куда флюсик, кстати, идем? Флюсик. Во. Я хочу, чтобы я стал вообще экономическим выше. Так, у нас тут пишется уголь, нефть, газ. Плохо пишет. 10-100 раз. Поэтому желательно, друзья, что использовать это все. Прямо сейчас активничаю, потому что... Ну, тем более, не нужно сейчас. Эти вот штуки. Можно, кстати, идти сейчас в биржу и торговаться. Наблюдайте за этим всем. Мои сделки, все предложения. Добавить предложение для продажи, добавить предложение для покупки. Продажа. Вы продаете, вы... Просите, я продаю, значит. Что у нас такое неценное? Вот это вот. Нефть. За минимально это один, конечно же. За
Средняя стоимость единицы 7. Мы поставим 8, 6, ну 10 в принципе, 11. Итоги. Все, ставим. Смотрим. Так, вот это 1.0.4 самое клевое, 6.8 такое себе, ну прикольно, кстати. Так, ну что, смотрим по ценам. 4.3.6. Почему-то. Купить. Давайте купим. Не так уж много. 3.6. Во-во, 4.1. Шикарно. Я тут закуплю, слушай, бро. За один. Самая минимальная цена. Сразу в игру играешь, сразу дает вам низкие цены. Покупайте. Если такое видите. Видите хоть раз в жизни. Тоже покупайте, тоже прикольная тема. Ой, что там у нас? Сандинечка покупаем. Один прикольная тема. А, уже все. Это класс, думаю, что не так. Так, дальше начинаем. Желез, да? О, покупаем, что все есть. Давайте, прямо сейчас. Все. Тут уже. В принципе, можно еще один аккаунт создать. Будем вообще чекпуки. Но я хочу с вами, друзья, с вами срать, чтобы покруче. Да, блин, давай уже, блин. А. Если назад вернуть, один будет. Прикольно. Майтинг. Майнинг, так скажем. Прикольно, цена за рыбу. Тем более у меня сейчас рыба меньше. Я куплю там пару штук. А зачем тебе? А. Так это продать рыбу. Чего-то, блин, тебя мучу. Ладно, продаем рыбу. Потому что у нас тут тем более. О. И нефть еще. А, до нуля уже дошло. Блин, друзья. Меня обманули. Черт. Продать уголь, продать нефть, продать газ, купить газ. Ладно, потратить. Купить зерно. Продать зерно. Вот, 5.1, шикарно. Чтоб заработать монета, продаем. Вот эту вот штуку не покупайте, не продавайте. Вот, купить зерно. Блин, а че тут мучу непонятным образом? Все, я теперь все понял. Продать железо. Так, у нас железо уже... Блин, я трачу железо. Всем подарил все железо. Все поняли, как играть. Блин, а я чуть-чуть не делаю тут. Тут ценники так выше поставлены. Я так думаю, так круто. Оказывается, тут обман. Обман на деньги. Друзья, это просто был обман. А я повелся. Так, как насчет суши? Нет? В общем-то, интересно тут. Потратил кучу железа. Придется покупать железо обратно. Купить железо. Что-то смешного. Все, больше я не буду так делать. Пранкеры, блин. Великий, блин, пранкер. 1500 дерева. Ну и в час. Чем-то начать. Может, вообще давать десятку хоть как. Железо купить там. Не, точно. То самое, кстати, самый дорогой. Это нефть, это у нас уголь. А вот газ можно не ставить, можно вообще его не иметь. Поэтому сейчас можно нажимать на ресурсы. Вообще можно до нуля, потому что у нас нефти вообще нету. Это вам гайд, да, в принципе. Так, я хотя бы уголь еще, кстати. Все, шикарно. Только никому ни слова. Так, строим все, что есть. Казарм. Вот там нефть. Мастерскую построить за нефть. Вот. Что есть, что строим. Так, кстати, как сделать так, чтобы враги на вас нападали? Так скажем. С кем играть будем, кстати?
Что это такое? Он уже активный? Это страна активничает? Ну, считай, что уже тут можно мутить, между прочим. Так, уже немножко тут нападает, так скажем. Ну зачем? Я хочу еще дефаться. Ну, а чувак этот намекает мне. Так, приходите еще 14 часов. 14 часов. Сюда делать? Я ему буду на меня нападать, скорее всего. На меня нападает. Поэтому... Я думаю, что нужно туда идти. Вот, часики идут там. Типа того. Все, хай отправляется на безопасную зону. Будем на центре. Что тут нам сказать? Шикарная карта, мне нравится. Что такое первый один? Не понял. Что такое? Ваше текущее положение. Ха, круто! Играйте такое текущее. Вы активничаете? Не понял. Мы с тобой мир, чувак, ты такой, что мне друзья. А, это я, да? А это кто? Ожидание. Ожидание. Что это штука такая вот? Что такое? Чувак. А, это я. Чё меня не пугает так? Друзья, я так перепугался, думал, что у меня сразу двое нападают. Так не жмут. Пока что все нормально. Это карта мира. Ну что ж. Пока что все мирно, ждем, как нападать будем. Ну как-то будет нападать. А всем удачи и пока.